Сын заканчивал военную кафедру, его призвали, я приехал, его проводил, ну и тоже своей сказал, говорю, пойду за сыном. 9 месяцев я на СВО добровольцем, это у меня разведвзвод, так что я следом за ним пошел, и мы воевали с ним буквально недалеко друг от друга. Пару раз мне удалось к нему заехать во время службы, сегодня 25 лет ему исполнилось, я сегодня поздравлял его. Он артиллерист, как мой дед. Заслуженный орденоносец. Вот, тоже получил медаль Жукова, его наградили. Раньше всегда у нас традицией было, когда воин отправлялся на фронт, он брал с собой горсть земли, какой-то вот оберег от семьи, от любимого человека, чтобы он ее защищал. И когда, значит, я пошел на фронт, мне супруга сделала такую вот вышивку. Я 9 месяцев отвоевал и под обстрелами был, на переднем краю. Целый, невредим. Без этого платочка я ни дня не выходил никуда. Родину защищать надо. Все мои деды по маминой линии, по папиной линии тоже воевали, имеют многочисленные награды. Россия всегда была непобедимой, да? Можно было ее только предать изнутри. Вот так убеждали. А на поле боя никогда нас никто победить не мог.